Здравствуйте. Кажется, я знаю вас, знаю, что вы за человек, который задает этот вопрос. Если так, то приветствую вас, давно вас не видел. Вот, думал, вы нашли себе психолога и работаете, собственно, с психологом либо на сайте, либо очно. Получается, что вы это делали, но, видимо, не до конца. Смотрите, я вам отвечу с точки зрения психологии и только ее. Невроз – это самое хорошее обязательное описание того, что вы испытываете. Тревожное состояние, помутнение – это все невроз. Это все признаки невроза. А невроз – это такая история, как вы, наверное, сами знаете, что. И ваша основная проблема заключается в том, что вы слишком самостоятельны. Вы считаете, что только вы знаете, что правильно, а что нет, и доверяете исключительно только рациональному зерну. Вот. Хотите картину болезни своей получить? Вот. Хотите, чтобы мы описали вам, что у вас за заболевание, исходя только из того, что вы нам где-то рассказали, хотя по-хорошему для понимания этой картины нам нужно задать вам ряд дополнительных вопросов, вообще лучше с вами поработать, но этого ничего не происходит. Еще раз, что я вам хочу сказать. Тревога означает, что вы в своей жизни что-то упускаете. Тревога означает, что вы в своей жизни что-то делаете не так. Тревога означает, что вы, ну, собственно, что-то в себе зажимаете. И работать, соответственно, ну, нужно в первую очередь именно с этим. Потому и уходит. Это работа с чувством, это работа с подсознанием. Это процесс. Это анализ ваших сновидений. Короче, это психоаналитическая работа, глубокая, достаточно, медленная, неторопливая работа с подсознанием. Перебрать по полочкам все, что с вами происходило, чтобы вы выделить то, что произошло. Никакого решения у этого нет. Понимаете? Потому что это так называемое, знаете, мигрирующее состояние. Внешнего триггера нет. Есть внешний триггер, внутренний триггер, который реагирует на внешние обстоятельства. Вот и все. А может быть, ваш внутренний триггер живет по своим законам, которые вы не знаете. Короче, в отрыве вы от своего подсознания очень сильно. И именно связь с подсознанием на необходимость ее указывает вам это ваше состояние. Мол, послушайте свои чувства, прислушайтесь к ним. Хватит мыслить только разумом. Вот примерно, что говорит вам ваша тревога. Вопрос заключается в том, готовы ли вы услышать и готовы ли вы позволить помочь себе. Еще раз повторю, самостоятельное лечение, самостоятельная работа здесь не поможет. У меня работа со специалистом. Вот, в принципе, мое мнение как психолога. Больше добавить особо нечего, потому что я не врач, вот, и такие истории, как лекарства, да, обсуждать, ну, не считаю возможным, это находится вне моей компетенции. Вот, все на этом. Если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам.
Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, но это правда вряд ли. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи.